Саша мне позвонил, сказал, что он встретил фантастическую девушку. Как погода улыбается замечательным солнечным. Солнышко. Все взяли, кроме пояса. Так вот, какого пояса? Мне пояс, чтобы штаны держал. Этот жених не был с спущенными штанами, нужна твоя помощь. Пожалуйста. Да? Обычно свадьбы проходят на таких нервах. У нас, кстати, вообще нормально, да? Какой я подарок сделал всем женщинам, близким и родным, 8 марта. Они вот молодые, красивые, обаятельные, но самое главное, они удивительно добрые. Вот это слово сегодня еще не звучало, и я очень рад, что я могу его произнести. Они удивительно добрые, открытые, невероятно радушные люди, рядом с которыми ты сразу чувствуешь себя в семье, ты чувствуешь себя дома, ты чувствуешь себя... максимально комфортно и уютно. Спасибо мы вам. Мы еще фоткаемся. Объектив открыли там все, да? Правильно. Выезжаем уже. Ты же без ремня, как ты будешь ехать? Ну ничего, придерживаю штаны пальцами. Все. Придержишь, ну хорошо. Ну все. Дорогая доченька, я желаю тебе женской мудрости, беречь семейный очаг, а твоему супругу сил и терпения, чтобы в ее глазах не погас свет и счастье в ее сердце. А я всегда буду вместе с вами и душой, и сердце. Ты будет? Ну я, у меня праздник или как? Оля, я же мама. Или кто? Или как? Или мы не в Одессе живем? Что вы мне делаете настроение? Пойдем, ребят. Вы обрели друг друга. Желаю тебе, чтобы ты, как и в детстве, прислушивался ко мне. Папа советует, ты принимаешь свое кардинальное решение, отличаешься от моего. Идешь дальше, добиваешься цели. Желаю тебе так делать и дальше. Людочка, могу сказать, что у тебя есть некоторые преимущества перед ним. Решения, которые принимает Саша, могут быть скорректированы. Прошу, делай это всегда. Саша, ты должен своей жене, Людочке, стать опорой, беречь и любить ее. Людочке, быть в семейном очаге хранительницей. Мы хотим вас поздравить с таким замечательным праздником. Совет вам да любовь. Горько, горько, горько. Песню посвящаю своим родителям и родителям Людочки, то есть теперь уже нашим родителям. Грустный слез в поисках ласки сквозь синюю вечность летят на земли море навстречу им детские сказки. На синих ладонях несет корабли.
долгой и счастливой дороги. Это самое главное. И у вас все для этого есть. С Богом. Пусть не погаснет никогда счастливой жизни Зорька. Хотел бы вам пожелать, чтобы вашу дорогу, не только семейную, а просто путь жизни совместный и творческий, и любой другой, который вы видите, освещал свет. Хочу пожелать, чтобы вот вы сегодня вступили в очень важную роль. Роль мужа. И я хочу, чтобы вы эту роль не сыграли, как это вы привыкли делать в жизни, а прожили. Людочка моя, ты же знаешь, как я сильно тебя люблю. Ты для меня не подруга, ты даже не сестра. Когда-то ты мне как мама, которой у меня нет уже 22 года, когда-то ты для меня как дочка. Ты для меня очень близкий человек, которого я очень сильно люблю. И желаю тебе всего только самого-самого лучшего. Чувство влюбленности и любви, оно не может быть долгим, да, но оно может быть многократным. Будьте всегда вместе, идите по жизни смело. Это фантастика. Все в порядке.